Всем привет, на связи Борис Соколов, сайт visasan.ru. Я сейчас нахожусь в Дубае. Давайте расскажу о банковской карте Джусан Казахстана, где она работает, как ее оформить, что нужно учитывать. Это очень важный момент. Вот сейчас правительство Казахстана обсуждает новость, что, возможно, скоро в середине ноября они будут выдавать картам нерезидентам Казахстана. То есть тем, кто не учится, не работает, не живет в этой стране. Мы много раз уже писали, говорили в нашем телеграм-канале. Делайте быстрее, пока еще данная возможность есть. Например, один банк давал делать карту Казахстана, не давал. Потом другой банк находили, но он переставал давать возможность делать россиянам свою карту. Ну так вот, карту Джусан пока еще можно оформить дистанционно, удаленно для россиян. Все подробности в телеграм-канале, ссылочка под этим видео. Поэтому, ну, просто делайте быстрее. Если примут этот закон, он не будет иметь обратной силы. То есть те, кто оформил карты, они будут работать, все хорошо. Власти Казахстана оформили кучу россиян, позволили оформить карты, в том числе и богатым. То есть привлекли капитал, все, хватит. Теперь сделают вид, что они там придерживаются санкций и всего остального. То есть те карточки, которые выпустили, они, конечно же, будут работать и дальше. Но новые клиенты уже не смогут, либо это будет очень дорого. Поэтому пока есть такая возможность, торопитесь. Ну вот, про карту Джусан. Это мультивалютные карты. Есть счета рубль, доллар, тенге, евро. Поэтому можно менять, например, внутри банка деньги. Как перевести туда деньги? По рублевым реквизитам. То есть по рублевым реквизитам деньги ходят. Просто не по номеру карты, а по рублевым реквизитам. Там у них есть реквизиты из тех банков России, которые не под санкции. Можно перевести через Золотая Корона, опять с тех банков, которые не под санкциями. Ну, допустим, например, с Райффайзенбанк отправляете в Казахстан, выбираете получить себе на карту. Допустим, со Сбербанка вы не отправите. Ну, помимо там Райффайзенбанка, БКС-банк, Цифробанк. Ну, то есть российские банки, которые не под санкции. Можно опять через Золотую Корону, мы тоже очень быстро онлайн в течение там 2-3 минут можете перевести. Криптовалюта. Пожалуйста, через криптовалюту, через биржу Bybit. Можно крупные суммы перевести, но про крупные суммы будет у нас отдельное пояснение. Телеграм-канал, кому нужно перевести крупные суммы. Я как раз нахожусь в Дубае. Ну вот наши партнеры занимаются, в том числе переводят абсолютно на законных, легальных основаниях крупные суммы. И криптовалюта в Дубае очень распространена. То есть способов перевести, в принципе, достаточно. Главное успеть сделать. Не буду долго занимать ваше... Ну, опять, естественно, карточка работает везде за границей. То есть я плачу в отелях, в кафе, снимаю наличные. Европа, ну, ОАЭ, Индия, Турция, во всей... Ну, там, в Европе, в Испании, в Италии, в Португалии. Ну и в других странах это никаких ограничений, то есть нет, она работает везде. Можно бронировать отель на Booking, на Airbnb. Тут как раз я забронировал с казахстанской карты себе жилье на Airbnb. Ну, потому что удобнее, чем Booking. Например, заводите казахстанский аккаунт, там номер плюс 7. Например, если мы оформляем вам карту, то мы высылаем также сим-карту Казахстана. Заводите казахстанский аккаунт, спокойно бронируйте жилье на Airbnb. На букинге вообще ничего не надо, можно с российского аккаунта просто оплачивайте казахстанской картой. Также, например, работает такси Uber, кто ездит за границу, очень удобное такси по Европе, по другим странам. Вызвали, ввели адрес, куда вам ехать, и вас довез таксист, и не нужно никому объяснять, там, куда вам ехать, особенно если вы не знаете. Ну так вот, ссылочка на оформление карты Джусан будет под этим видео. У меня самого эти карты, я их использую постоянно, регулярно. Ну, сниму видео свои, как я там снимал деньги в Европе, платил в Европе. С этой карты тоже сюда вставлю. Вот как раз заплатил, как видите, Лиссабон. 21 евро, карта Джусан. Казахскую карту вставляю. У банка Джусан есть онлайн-кабинет, русскоязычная поддержка. То есть все в онлайн-кабинете, вы можете смотреть, там менять валюты.
ну, допустим, оплачивать ту же сим-карту, например, казахскую. Кстати, сим-карта казахская не блокируется, можно платить всего лишь 1 тенге в месяц, но это какие-то копейки прям, даже меньше рубля, и у вас просто поставить номер под замок. Таким образом, номер Теле2 Казахстана не блокируется, всегда приходит сообщение, смс-ки, 3D-security-код, и вы можете подтверждать покупки спокойно, то есть оплачивать в интернете любые абсолютно сервисы, которые нельзя оплатить с российской карты, то есть без всяких проблем. Карту можно доставить как в России, так и за границу, в зарубежные страны. Посмотрите, вот в нашем телеграм-канале есть отзывы, в том числе, например, до Хорватии за 5 дней дошло, то есть в Европу, в ОАЭ, в любые страны. Важный момент. В сети очень много мошенников, вот пользуются этой ситуацией, предлагают там оформить карту за 10-15 тысяч рублей, но это невозможно в нынешней ситуации абсолютно с теми, допустим, сложностями, которые случаются. Это надо договариваться с партнерами, чтобы все документы правильно подали. Мы подаем официально, легально все документы в банк, карта на ваше имя, сим-карта на ваше имя. Нужно еще оформить казахстанский ИИН обязательно. Без него, ну, просто не дают карту, это невозможно по закону. Поэтому остерегайтесь, в сети очень полно мошенников, которые сделают вам карту. Либо не сделают, просто пропадут с деньгами, либо сделают так, что подадут неправильно документы, какие-то документы не доделают, после этого вам карту заблокируют. Вот мы работаем давно уже, с 2014 года, наш сайт visa.sam.ru существует. Куча подписчиков, куча отзывов. Мы публичные люди, записываем свои видео. Я сам неоднократно был в Казахстане, сам пользуюсь этими картами, все работает, все хорошо. Поэтому очень важно еще выбирайте, с кем вам сотрудничать. Если нужно оформление карты, обращайтесь по ссылочке под этим видео в телеграм-канале к нашим специалистам. Опять же, если вы зайдете в телеграм-канал, будет видео, например, написано, что карта Казахстана мы не оформляем, либо по очень большим ценам, так как, например, это будет дело только для тех, кто ВНЖ Казахстана или РВП. Следовательно, каким-то образом нужно будет подать эти документы. То в телеграм-канале так и будет написано, все, карта Казахстана больше не оформляется. Еще какой вариант, опять пока он есть, пока все работает, оформить карты Киргизии. Туда тоже можно перевести деньги в рублях, например, даже быстро, по кнопке там Сбербанка. Есть счета как в долларах, так в сомах, в рублях, в евро у некоторых карт. У некоторых, например, только, допустим, долларовые счета. Опять консультации у наших специалистов в телеграм-канале. И повторяю, ну, я бы вам рекомендовал, делайте быстрее, ну, даже если она вам не нужна. Потому что потом может такой возможности не быть, а за границей, естественно, нигде российские карты практически не работают. Вот, кстати, в ОАЭ одна из там редких стран, где Union Pay еще работает, а в Европе точно нигде не работает. Также был Борис Соколов, сайт visa.sam.ru. Извиняюсь, что видео такое получилось спонтанное, просто действительно вот эта новость никого не обрадовала, что в середине ноября обсуждают вопрос об запрете выдачи казахстанских карт россиянам, поэтому постарался быстро вам записать и сказать, что еще пока есть возможность оформить карту Джусан.